Для нашего интервью Анастасия Колупанович выбрала площадку своей студии «Сахарини». Школа стала своеобразным продолжением ее кулинарного пути. Сейчас здесь открывают для себя азы кондитерского искусства начинающие мастера. Опытом делятся титулованные и известные в этой сфере люди. И именно здесь около 3 месяцев назад началась подготовка к Международной кулинарной олимпиаде. Проект масштабный, подготовка к нему еще масштабнее. Для изготовления 40-килограммового слона понадобились не только кондитерские знания, но и уроки у скульпторов и художников. И, как оказалось, не зря. Теперь в копилке Анастасии заслуженная золотая медаль. Эмоции было просто огромное множество. И начиналось все с истерики, со слезами мы добирались. Нас не пропускали с коробкой большой. То есть у меня был такой стрессовый брос адреналина, что я не спала 76 часов и думала, высплюсь в автобусе, но не получилось в автобусе поспать. Вот. И потом, конечно же, слезы счастья, слезы радости. Огромный индийский слон высотой около метра был украшен мастикой и сладкими бусинами. Спину животного украшала большая композиция из полотна и вазы с фруктами. Отличить от настоящего животного его можно было только за счет роста. Особенно выразительными получились глаза из карамели. Тонко и изящно. Все студии ВАКС – это мировая ассоциация шеф-поваров, которые уже много чего добились, у которых огромный опыт. Вот. И в нашей, конкретно в нашем арт-классе у нас было 3 судьи, они тоже все были из разных стран. Я не ехала за победой, я наслаждалась и кайфовала от процесса. Я просто его делала. А когда говорили, ой, ты там что-то займешь, я об этом даже не думала. Ну, по крайней мере, не в этот раз, потому что я просто кайфовала от создания этого слона. Сегодня Анастасия занимает 32 место в международном рейтинге кондитеров и 3 среди белорусов. И то, что делает эта талантливая брещанка, достойно внимания и интереса публики. Несмотря на то, что в конкурсной деятельности пока наступил тайм-аут, девушку уже окружили ученики и коллеги, чтобы получить знания и обменяться опытом. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.